В Чебоксарах за последние сутки горели одна крыша и несколько автобусов. Запущенный в воздух китайский фонарик устроил пожар на улице Кадыкова в Чебоксарах. Летающая свеча, зацепившись за крышу, подпалила кровлю трехэтажного торгового здания напротив рынка Шупашкар. Пламя повредило часть крыши на площади 50 квадратных метров. В другом районе города горели автобусы. В ночь на понедельник на территории транспортного предприятия города Чебоксары сгорели три пассажирских автобуса ПАС. Сообщение о возгорании на стоянке автобазы, расположенной по проспекту Ивана Яковлева, поступило на пульт 01 в 2 часа 26 минут ночи. В тушении задействовано 5 пожарных подразделений. Огонь удалось сбить через 20 минут. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Еще одно происшествие произошло в выходные в Новочебоксарске. Неустановленные лица, разбив окно, проникли в ювелирный салон, сообщает пресс-служба МВД. Преступники похитили два металлических ящика, в которых находились ювелирные изделия и денежные средства. Помещение магазина находилось под централизованной охраной, однако злоумышленники скрылись до приезда наряда. Позже полицейские обнаружили машину преступников. Возле нее лежали вскрытые ящики. Владельцы торговой точки обещают вознаграждение за любую информацию об обстоятельствах преступления и личностях подозреваемых.